Канадская компания BlackBerry представила свой предпоследний смартфон. Девайс под управлением Android можно заказать на официальном сайте компании. Жителям США он обойдется почти в $500. Ну а в Россию телефоны уже не поставляют несколько лет. Напомним, что в конце сентября BlackBerry заявила, что перестанет самостоятельно выпускать и разрабатывать девайсы. Вместо этого разработчики сосредоточатся на своих софтовых продуктах безопасности. Последний собственный смартфон компания планирует выпустить весной 2017 года.